Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, и у нас сегодня Dawn of War Winter Assault. Так, продолжаем кампанию. Эльдары, спасшие имперских гвардейцев, та и не от них самих, тоже принимают скрытое участие в противостоянии, начавшемся в Лорне 5, и уже близки к реализации своих тайных планов. Они умело избегают встречи с армиями имперцев, орков и хаоса, и в то же время неукоснительно следуют к своей цели, которая кажется намного важнее, чем владение Титаном. Теперь все, что отделяет их от успеха, самая большая армия орков. Эльдары должны незаметно миновать основные силы орков, иначе им придется отвлечься от основной цели и вступить в бой с полчищами врага. Сейчас посмотрим. Видящая Тальдира, что случилось? Вы плохо выглядите. Это пока всего лишь слабость. Бессмертные враги все ближе. Их незримое присутствие лишает меня сил. Значит, они не смогут застать нас врасплох. Нам удалось сохранить перекресток путей и камень душ. Это хорошо. Без камня мы не сможем отразить нападение. Но нам еще многое предстоит сделать. Мы не можем совершить еще один прыжок, не привлекая внимания орков. Их вождь владеет какой-то странной технологией. Пошлите наших рейнджеров, чтобы они разобрались с вождем, пока орки сами не напали на нас. Так, убить вождя, да? Продвигайтесь вперед. Новое задание, продвигайтесь вперед. Это я понимаю задание. Мы должны разобраться с вождем орков. Его армия растет с ужасающей скоростью. Так что вам необходимо совершить молниеносное нападение и уничтожить его, пока орки нас не обнаружили. Мои указания. Да вот вам мои указания. Всех убить. У меня простые указания. Твои указания. Война стоит у ворот. Ничто не укроется от моего взора. Так, надо что-то строить, наверное. Мы можем гравилет построить. А это исцеление. Позволяет звездным вратам лечить пехоту вблизи себя. Пригодится. Судьба управляет нами, пока мы управляем в наших руках. Иди давай вон строй портал. Так, мне надо слышащий алтарь. Вы получите то, а вот это у нас портал аспекта. Окей, это что такое? Портал аспекта. Храм душ. Что ты можешь? Ты можешь усовершенствование проводить. Чувствую, как приближается враг. Волей случая я служу тебе. Чувствуешь, как приближается враг? Это хорошо. Значит, мы хочешь, практически в безопасности. Так, а ну еще раз задание. Уничтожить вождя орка. Продвигайтесь вперед. Сейчас нам надо немножко армии еще подкопить. Поднакопить силы. Так, это что такое? Гравилет. И гравилет. Гравилет и гравилет. А в чем разница? Чего они называются одинаково? Пехота, боевых машин и зданий. Эффективен. Один против пехоты, один против зданий. Типа у одного пулемета, а у второго этот самый. Я готов творить. Так, звездные врата. Наверное, надо построить. Вы получите то, в чем нуждаетесь. Да, в этом никто не сомневается даже. В получении того, в чем нуждаемся. Так, снаряжение, улучшение оптика. Необходимо 50 единиц энергии. А что у нас производит энергию, товарищи? Кто у нас производит Моя энергию? Музыка, это основа, вокруг которой строится портал мир. Аспекта. Портал аспекта есть. А зачем я их построил, если они то же самое строят? Ты молодец. Так, плазменная граната, вооружает зорных. Ага, чух, короче, я понял.
На этом пока что наша армия заканчивается. Наш путь ведет нас. Ага, все выключил. Вот так раз пускай ваш путь вас ведет. Так, это что такое? Типа к отряду могут присоединяться? Ничего себе. Допустим. А вот и вождь. Нет, это старший сварщик. А тут не так-то все просто сейчас будет. А ну-ка подождите, нам бы еще, наверное, парочку вот этих не помешало. Только не, нету денег на это. Энергии нет. Что вырабатывает энергию у этих монстров, я понятия не имею. Недолюда человеков. С какой стороны атаковать вас лучше? Ладно, так, надо что-то делать. Вперед, мои верные бойцы. Враг атакует. Дубищ, сделай ему дубищ врагу. Полная ликвидация. Орки обнаружили нас. Их оказалось намного больше, чем мы могли предположить. Но это не самое плохое. Это был их вождь? Они передвигаются, используя заброшенные катакомбы. Торопитесь. Мы должны переместить нашу базу. Скажите скульптору, что он должен выстроить звездные врата там, куда мы планируем переместить свою базу. Типа я знаю, куда вы планируете переместить свою базу. Скульптор. Ой-ой, а где скульптор? Скульптор. Еще буквально чуть-чуть, у меня не будет скульптора. Ой, орки. Надо убегать. Реально ко вратам отходим. Моего скульптора тут убивают. Отходим, не просто отходим, убиваем там всех. Я должен сыграть здесь. Я знала, что смерть уготована не мне. Тс, такая молодец. Смерть уготовлена, уготовлена не мне, говорит. Мне нужно изменить мир. Я готов творить. Иди и твори. И они все сюда прибежали, да? Вот это сейчас беда, конечно, будет. Что-то я не понял, почему так произошло. А как мне сюда скульптора отправить? Скульптор. Вот сюда типа может пройти. Все, нету скульптора. А я только хотел сказать себе, надо бы сохраниться, дружище. Чем могу служить? А чем ты уже послужишь? Тебя орда просто заваливает. Ого, сколько их. Со всех сторон пришли. Знаю, ты нуждаешься в моей помощи. И что будет дальше? Неужели это поражение? Что значит? Я вернулась. Короче, тебе надо убегать, я понял. Во имя предков. Ты хоть и вернулась, ты хоть и ходячая моща. Предков. А ну разбросай-ка их всех там. Пора начать представление. Это лучшее, что ты мог. Так приложить. А как ты пробьешься, Али? Во имя предков. Сделаем. Мой
долбани-ка их. Нет вопроса, когда они под листьев, если их вопрос как. Будущее не ясно. Беги! Будущее оказалось таким простым. Таким простым, говорит, ты понял? Я залечу свои раны позже, а пока продолжу сражаться. Волей случая. Где ты там? Девочка, беги. Маневрируй. Я все поняла. Сделаю. Ты же должна быть быстрее всех. Да, я с тобой согласна. Это лучшее, что ты мог предложить. Как будто у тебя был выбор. Или возможность не согласиться со мной. Теперь мне все ясно. Я отправляюсь на войну. Только не дай им себя окружить. Как скажете. Ой, тут, наверное, нету прохода. Во имя предков. И тут нету прохода. Ну давай сюда, следуй, беги. Следуй за мной. Да, я с тобой согласна. Что-то происходит не по плану. Очень-очень сильно не по плану пошло. Я отправляюсь на войну. Следуй за мной. Хоть я и не знал, в чем план. Теперь мне все ясно. Но я ощущаю, что все пошло не по плану. Я отправляюсь на войну. Я отправляюсь на войну. Да, я с тобой согласна. Молодец. Следуй за мной. Враг атакует. Все готово. Пора начать представление. Логика понятна. А все как готово. Я вас сюда могу пора высадить? Представление. Следуй за мной. А ну мне сейчас чисто интересно, как ты сюда пробежишь? Там он уже кто-то стреляет в меня. А, это мои сферы, они все время возле меня летают. Ну, нашу базу разнесли. Сценарий провален. Повторить, конечно. Я не понял, в чем подвох. Да, это мы уже смотрели. Мы должны разобраться с вождем орков. Его армия растет с ужасающей скоростью. Так что вам необходимо совершить молниеносное нападение и уничтожить его, пока орки нас не обнаружили. Еще и орки могут найти нас очень быстро, да? Так, скульптор. Моя музыка — это основа. Телепортация. Ага, скульптор может телепортироваться, вот в чем. Вот в чем прикол. Перед силой моего ума пасует космос и время. О котором я пока что не знал. Цель захвачена. Скользим, словно призраки. Так, скульптор, ты пока вот это строй. Нами, пока мы управляем судьбой. Ты такой умница. На всякий случай еще одного будущее скульптора построю. Наш путь невидим для остальных. Где там их этот? А я лишь следую его ритму. Где он делся? Назовите цель. А вот ваша цель. Мы несем потери, ударим без страха и сожаления. Какие вы там уже потери несете? Моя музыка — это основа, вокруг которой строится... Орки обнаружили нас! Их оказалось намного больше, чем мы могли предположить. Чувствую, как приближается. Но это не самое плохое. Назовите цель. Они передвигаются, используя заброшенные катакомбы. Торопитесь, пока мы должны переместить нашу базу. Судьбой. Давай, скажите давай. Скажите скульптору, что он должен выстроить звездные врата там, куда мы планируем переместить свою базу. Скульптор, вперед!
Скажите, где необходим... А как, невозможно телепортироваться в эту точку? Чувствую, как приближается враг. А как... А что делать? Моя музыка — это основа, вокруг которой строится мир. Моя музыка — Скульптор, это основа, беги сюда. Вокруг которой строится мир. Отступаем. Я не понял, чего я туда не могу телепортироваться. Типа, потому что я не вижу. Ну, допустим, моя, да, допустим. Музыка — это основа, вокруг которой строятся миры. Я, допустим, я эту точку не видел, потому не могу в нее телепортироваться. Перезаряжайте, враг среди нас. А куда я могу телепортироваться? А ну-ка ты сюда беги. С этой точки куда ты можешь телепортироваться? Вот сюда ты должен мочь телепортироваться, правильно? Будущее перестало быть понятным. Дыщ. Красавчик. Моя музыка — это основа. Звездные врата, говорит. Так, звездные врата, строй. Моя ты тоже давай сюда. Это основа, вокруг которой строятся миры. Я готов творить. Так, кто у нас там остался в живых? Никого не осталось. Я вернулась. Врагу не скрыться от меня. Тыц. Наконец-то. Фух. Будем моя считать, что мы спаслись от них. Основа, вокруг которой строятся миры. Так, что ты нам можешь? Ты нам можешь вот это строить, да? Но нам бы еще вот такую штуку построить. Силой моего ума пасует космос и время. Ну, будем считать, что я успел. Добавлена новая задача. Принеси свою базу. Переношу как могу. Я готов творить. В нашем мире все просто. Готов творить — твори. Естественно. А что-то тут происходит. Что это за стрельба там такая? Чувствую, как приближается враг. Они типа нас обнаружили? Моя музыка — это основа, вокруг которой строятся миры. Так, храм душ может проводить усовершенствование подразделения Эльдаров, позволяет получить доступ к более продвинутым постройкам и войскам. Я достану это. Знаю, ты нуждаешься в моей помощи. Я готов. А как ты это знаешь? Наше изгнание закончилось. Наши тропы. Захватите мне, пожалуйста, нам эту точку. Раз ваши тропы будущее известны только вам. Будущее оказалось простым. Я бы не сказал. Будущее оказалось таким простым. Так. Моя музыка — это основа, вокруг которой строятся миры. Согласимся. Перенести. С помощью звездных врат Эльдары могут переносить здание в другую область. Ну, уже тут нечего переносить, разве что вот это. Тдыщ. Интересно, успеет, не успею. Ну, интересно, целым прилетит или разрушенным? Чё ты туда бежишь? Тебе. Ага, они там сквозь стенки стреляют в меня. Пора начать представление. Я готов. Допустим. Творить. Я должен сыграть здесь. Что произошло? Сценарий провален, потому что надо было вот это здание переносить. Кто же знал? Так, вы не справились. Повторить, да. Ой, ну такое бывает в стратегиях, а что поделаешь? Начать задание. Так, дружок. Мы должны разобраться с вождем орков.
Дружок, иди сразу сюда. Так что вам необходимо совершить молниеносное нападение и уничтожить его, пока орки нас не обнаружили. Волей случая я служу тебе. Так, пока орки вас не обнаружили, присоединяйся к этим. Дороги пересеклись. Война стоит у ворот. Это хорошо, наверное. Перед силой моего ума пасует космос и время. Слушай, ты, сила твоего ума. Пока мы управляем судьбой. Так, ты главное давай смойся отсюда. Наши тропы известны только где нам. Тут их босс? Мы знавали и более темные тропы. Твои указания? Более темных троп не существует. Мы согласны с приказом. Шучу. Я готов творить. Скажите, где необходим дар Эльдара? Судьба управляет нами, пока мы управляем судьбой. Будущее оказалось таким простым. Так, сейчас мы его перехватим. Волей случая я служу тебе. Мы готовы нанести удар. Наносим удар. Судьба управляет нами, пока мы управляем мы судьбой. Мы несем потери. Судьба управляет вами, пока вы управляете судьбой. Орки обнаружили нас. Их оказалось намного больше, чем мы могли предположить. Я готов. Но это не самое плохое. Они передвигаются, используя заброшенные катакомбы. Вот так вот. Мы должны переместить нашу базу. Скажите скульптору, что он должен выстроить звездные врата там, куда мы планируем перенести свою базу. Строй звездные врата тут. Вы получите то, в чем нуждаетесь. Так, а вы давайте отступайте. Простым. Пока вам вот сюда. Че тут долго тебе строить врата? А то у них там разум отдыхает. Так. Я потерялся. Где ваша база? Минусуйся сюда. Ты минусуйся. Лицом к лицу с опасностью. А, там только одно здание может переноситься. Мы должны хорошее указание. Ну как, я круто все сделал. Это место станет нашим. Наверное, сейчас посмотрим. Единовременно может только одно здание переноситься, правильно? Че там, на каком этапе? Опа! Принести свою базу. Я это сделал. На это потратил. Сегодня мрачный день. Целую эту. Орки скоро доберутся до нас. Мы могли бы скрыться с помощью врат, но у нас нет времени. Остается полагаться лишь на наш дар и мастерство. Надеюсь, этого будет достаточно. Мы контролируем территорию. Взяли, убили моего этого. Чем могу служить? Убей их всех. Наши умы стали одним. Хочешь, предскажу твой следующий шаг? Хочу. Твои указания. Мне нужна результативность твоя. Не то, чтобы максимальная, но довольно-таки солидная. Это вы что-то слишком часто на меня атакуете. Какое задание? Постройте еще одни звездные врата. Еще одни звездные врата. А, вот тут. Укажите мне место, где нужно изменить мир. Перед силой моего ума пасует космос и время. Че вы так быстро меня вот это жухаете? Я готов творить. Прыгай сюда, давай, творец. Судьба управляет нами. Мы под огнем противника. Мы управляем судьбой. Где ты там? В любом случае я служу тебе. Разбомби их. Врагу не скрыться от меня. И я готов творить. Еще одни врата, на, прям тут. Ничто не устоит перед музыкой творца.
Кстати, центральное здание надо бы подлечить. Но неким. Так, строительство завершено. Постройте еще одни звездные врата. Еще раз перенести. Ага. Я бы, может, и рад еще раз перенести кого-то. Но нам надо подержаться еще 2 минуты. Жить. Мое главное указание — жить. Вам надо выжить. Мы под огнем противника. Еще 1,5 минуты. Так, тут кто-то строится. Или уже построились. Все эльдары должны откликнуться на этот зов. Не могу с тобой не согласиться. Сколько там вам еще времени? 1,5 минуты. Наши тропы известны только нам. Врагу не скрыться от меня. Убейте их всех. Отправьте все свои орудия на врага. И на вражин. Направим всю энергию на врага. Так, минута. Минута времени. Знал я вашу музыку. Зачем я это сейчас строю, вообще непонятно. Так изничтожьте его. Вы же можете это сделать. Главное, чтобы тут меня никто не атаковал. Судьба управляет нами, пока мы управляем судьбой. Как все сложно у тебя. 10 секунд. Ноль. Поехали. Перенос. Ой, там что-то все плохо. Наш разум к вашим услугам. Давайте займемся. Так, ждем пока. Я готов творить. Да не скакать надо, а ремонтировать. Ой, лечить. Все, перенеслись. Теперь мы все сюда ныряем. Сюда нырнули, сюда вынырнули. Враг атакует. Ой, что-то произошло. Ага, за вами наблюдают. Зачем ты ее убил? Со снайперской-то винтовки. Клубок тайн постепенно распутывается. Многие пожертвовали своими жизнями для того, чтобы мы смогли спастись. Но мы очень ослаблены. Теперь имперцы знают, что мы здесь. У нас есть только один выход. Приветствую вас, генерал Стурн. Я видящая Тальдира, и мне нужна ваша помощь. Эльдары! Я знал, что здесь есть еще кто-то, кроме орков и космодесанта Хаоса. Что ж, если вы знаете мое имя, вы, наверное, понимаете, о чем я хочу вас спросить. Конечно. Почему вы должны нам помогать? Я отвечу. Сегодня мы по одну сторону баррикад. Мы спасли вас от врат демонов и орочей артиллерии. А если мы погибнем, вы никогда не узнаете, какая ужасная опасность по-настоящему грозит всем нам. Снова загадки? Хорошо, давайте поговорим наедине. Подождите немного.
Подождите немного. Я все равно не верю Ильдарам, но мы хотя бы знаем, где они находятся. Пусть наши люди займут позиции вокруг лагеря Ильдаров и охраняют их, пока они не смогут переместиться. Так, брак по расчету. Защита базы Ильдаров. Так, ладно, ребята, на этом серию заканчиваем. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.